Велосипедист, движущийся со скоростью 3 метра в секунду, начинает спускаться с горы с ускорением 0,8 метра на секунду в квадрате. Найдите длину горы, если спуск занял 6 секунд. Для начала запишем дано. Начальная скорость V0 равняется 3 метра в секунду. Ускорение А равняется 0,8 метра на секунду в квадрате. Время движения Т равняется 6 секунд. Найти путь S. S неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем формулу пути. Путь S равняется V нулевое T плюс AT квадрат деленное на 2. Эту формулу нужно знать. Используя формулу пути S равняется V нулевое T плюс AT квадрат деленное на 2. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем 32,4 метра. Запишем ответ. Путь S, если округлить, равен 32 метра. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.